Вот зубки будут. Нам... Винтик, винтик тоже, вот он есть. Его мы будем не часто подкручивать. Мы посмотрим, как она держится у тебя на зубах. Ну что скажешь, как там язычку? Все хорошо? К сожалению, Сонечке не удалось сохранить молочные резцы. Меня зовут Соня. Немножечко слышно, да, но, конечно, это дело времени. Если малейший дискомфорт, потому что это как новая обувь. Вроде надели, все хорошо, походили, где-то что-то натерлось. Это пластмасса, которая прилегает к слизистой. Всегда могут быть какие-то здесь нюансы. Поэтому если все хорошо, все держится, ничего не натирает, я вас жду через месяц. Если что-то неудобно, сразу приходите. Поправить можно, ну, практически все. Прям щелкнет. Очень сильно не надо, да. Она легко. Я не чувствую, сказать, а сейчас давайте проверим. Отлично. Вы говорили, что должен быть щелчок, то есть он пока не происходит. Ну, вы, может быть, его просто не замечаете. Это не такой прям. Сонь, ну рассказывай, что тебе больше всего нравится у нас в Dental Fantasy? Аниматор. Аниматор. Как тебе разговаривается? Удобно с пластинкой, неудобно пока? Удобно. К нам обратилась Соня, ей 4,5 года. У нее, к сожалению, 4 передних зуба. Их не смогли спасти, удалили в другой клинике. На предыдущем приеме мы провели сканирование и решили изготовить для Сони небольшой аппаратик, чтобы девочка могла хорошо улыбаться, красиво, и чтобы правильно формировалась ее дикция, потому что для формирования дикции необходимо, чтобы у ребенка были передние зубы. Поэтому, когда молочные зубы покидают ребенка слишком рано, мы, как правило, делаем вот такие вот протезики, чтобы ребенок не остался без зубов.